На острове уже вовсю идет подготовка к празднику. В воскресенье всех гостей ждут на семейный квест снежные забавы, спортивные состязания и строительство самого большого снеговика. В его создании смогут принять участие все желающие. Мы приглашаем всех горожан, чтобы приняли участие, и каждый свой кирпичик вложил. Надеемся, что он будет высотой 5 метров, но, может быть, выше. Это все зависит от того, как горожане придут. Другое название Дня снега – День зимних видов спорта. Поэтому ключевое событие – спортивное. Скоростной спуск с горы на санках. Чтобы принять в нем участие, нужно предварительно зарегистрироваться. Условия размещены на сайте дирекции спортивно-массовых мероприятий. Дополнительные призы предусмотрены для тех, кто креативно оформит свои сани. «Веселые сани» называются. Это же... просто хочется какое-то разнообразие, веселье, немножко некоторого сумасшествия какого-то доброго внести в это дело. Это может быть там, я не знаю, там таз какой-то разрисованный под джель, или там еще с какими-то веселыми там. Может быть, не знаю, плюшка каким-нибудь орнаментом украшена. А можно посмотрели там, это же всякое разное оформляет, там как-то зверей каких-то, домики, еще что-то. Большую программу подготовил для гостей и фан-парк «Бобровый лог». Там пройдут соревнования по горным лыжам и сноуборду среди любителей. День снега отмечают десятки стран. Причем это не только те, где зимние виды спорта традиционно любимы жителями. Такие как Швеция, Норвегия, Швейцария или Канада. Праздник массово отмечают в Эстонии, Венгрии, Пакистане и Китае. Не менее любим этот праздник стал и в России. Помимо Красноярска, большие мероприятия проходят в Сочи, Магнитогорске и даже Архызе, крохотном селе в Карачаево-Черкесии. И везде в день снега сотни людей катаются на сноубордах и лыжах, принимают участие в конкурсах, танцуют и смеются. Чтобы стать частью этого большого зимнего праздника, красноярцам и гостям города достаточно приехать на остров Татышев в это воскресенье. Начало мероприятий в полдень. Участников конкурса просят прийти заранее для регистрации. А на склонах Бобрового лога праздничные соревнования стартуют в 10 утра. Анна Московских, Алексей Овсянников, Александр Ермошенко. Новости.